Ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Этот ролик имел бешеный успех в интернете. Расскажите, что здесь вообще происходит? Это обычная сельская свадьба. Вот музыканты поют песни, и род искусства, если так можно назвать, это называется мейхана. Мейхана. Да. Еще раз говорю, тебя не приглашу в свою команду, занесу тебе свой черный список и убью тебя, и холостым отправлю в могилу, говорю. До свидания. Они вот все наемные, это не гости? Нет, это, конечно, это не гости. Это профессиональные певцы? Ну, так, как вам сказать, не совсем, профессиональные, можно назвать профессиональными. То есть то, что у нас называется тамада? Да. У них, конечно, там образования такого нет, у них музыкального. Здесь раньше как было? Здесь они раньше друг с другом пересказывались, кто победит. Кто до последнего продолжит, тот побеждает. Допустим, у этого заканчиваются слова, не может уже сочинить, все тот проиграл. Здесь русский, азербайджанский, талышский, если русский можно назвать русским. У нас на старе говорит талышские горы, а ты говорит через Гималайи, до свидания, прыгай туда, через Гималайи. Такие смешные они. Это не то, что, допустим, художественные часы у них, конечно, слабовато, но это типа шутки. Смотрите, считается, что американский рэп, он вышел из перепалки. То есть два человека на улице ругаются, напряженный разговор, и вся риторика, она такая, крик и агрессия. А здесь это какая-то дружеская соседская перепалка? Это дружеская. Они бывают друг на друга, если так можно сказать, бывает, что наезжают даже на словах, да? Но потом все равно, они знают, что это их не работа. Это часть их работы. Без этого, все смотрят, все слушают. Если этого не будет, эти изюминки не будет, это зрителям будет не очень интересно. Еще один раз говорит «Шинана» и «До свидания». Еще один раз куплет, один раз скажи и «До свидания», уходи. Это слабовато, говорит. Даже такая передача была по телевидению. Я могу, допустим, набрать номер, задать им, эту строчку, да? Ребята, давайте на основе этой строчки пойте. Они пели. У нас есть мамаша, еще папаша. Что хочешь от меня, ты, Наташа? Твой рейс Дубай, до свидания. Твой рейс Дубай, до свидания.